Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас с вами распаковка. Распаковка моего заказа компании Avon. Поэтому устраивайтесь поудобнее, сейчас все покажу. Я делала заказ в основном средств, которые находятся на акции, на скидке. Ну, при этом я уже давно не делала заказ в Avon, потому что если какие-то мне, например, парфюмки нужны, я сейчас заказываю это в Wildberries, потому что почему-то по ценам там получается намного дешевле. Вот, поэтому этот заказ я сделала чисто потому, что нашла товары с очень выгодными ценами. Так вот, прайс-лист со всем добром моим заказанным. Вот, и поэтому вот так получалось. Значит, что у нас в заказе? Значит, чтобы в Беларуси сделать заказ в Avon, 1,5 рубля нужно заплатить, белорусских рубля, там, ну, как за сборку, за вот такой комплект каталога, который они бесплатно вкладывают. Каталог, кстати, на январь, потому что раньше были случаи, когда ты, например, закажешь в декабре, и тебе твой декабрьский заказ почему-то кладут декабрьский каталог, хотя он тебе уже нафиг не нужен. Но сейчас, видите, хорошо, хоть январьский каталог положили. Тоже стоит 1,5 рубля вот этот каталог. И тут какой-то еще вкладыш, аутлет. Ну, то есть это товары со скидками. Я очень много из аутлета заказывала на декабрь. А чем интересен каталог? У нас здесь единственное, что неудобно, цены указаны в российских рублях, поэтому приходится постоянно пересчитывать, умножать на коэффициент пересчета. Вот, ну, единственное, что бывают странички, какие-то парфюмки новые выходят, можно потестить запах. Так, сейчас найду, если есть каталоги. Ее трешь, эту страницу. Вот, видите, по три страницу и ощути аромат. Вот. Ну, так, в принципе, похоже. Запахи можно как-то... Какое-то представление хоть иметь о... Заказывать его, либо нет. Так, что у нас здесь? Куча всего. Сейчас возьму свой прайс. Посмотрю, чтобы вам правильно назвать. Итак, первое, что заказала. Питательная маска для лица. С маслом африканского дерева ши, непревзойденное питание, 75 миллилитров. Вот эта масочка. Так, значит, ну, я буду говорить вам цены со скидкой, потому что заказывала скидочный товар. 2 рубля 41 копейка, вот такая маска. Вот такая масочка. Вот если увидите описание, так... Вот, и к этой маске, это я взяла на подарок, я заказала спа, увлажняющая, ухаживающая маска для рук и ног с маслом американского дерева ши, непревзойденное питание, 125 мл, у меня уже была она, это супер средство, супер удобно. Знаете, чем удобно? Например, вы куда-то едете, я ее, как правило, покупаю на дачу. Ее можно носить как на руки, так и на ноги. То есть не надо куча тюбиков, взяли с собой даже куда-то в дорогу, на отдых, очень удобно. И можно мазать ручки, ножки. Очень хорошо смягчает, увлажняет, питает. Очень классная штука. Вот, ну, на зиму, думаю, вот такой подарок кому-то подарю. Очень как бы, да, красиво, питательно для зимнего ухода. Вот такие средства. Так, дальше. Я заказала жидкий лайнер для глаз, суперстойкость, Blessed Black. Так, он, так, кстати, вот про вот эту вот маску для рук и ног. Она не смываемая, просто как крем такой питательный. 3 рубля 3 копейки. Так, значит, жидкий суперлайнер стоит 8 рублей 61 копейка. Вот он. Вот такой суперлайнер. Так, давайте посмотрим, где он произведен. Сделан в Германии, что мне нравится. Вот карандаши в Avon делают как бы вот средства для глаз в Германии. Хорошего очень качества. И ну, 8,60 это нормальная цена. Вот. Вот такой лайнер. Красиво, кстати, да? Упаковочка черная. Made in Germany. Посмотрим, как рисует. Ой, класс, мокренький, черный-черный, видите, и очень легко наносится, свеженький, классный.
Потому что, знаете, как-то в последнее время покупаю Maybelline, я обычно Maybelline сейчас крашу, а они что-то уже как-то не то. Нет такой, знаете, четкости, какие-то суховатые, вроде срок годности они вроде свежие, но что-то уже не то пальто пошло. Классный лайнер, оставляю его себе. Дальше у меня по списку идет крем для рук «Лавандовые сны» 75 миллилитров. Вот этот крем для рук тоже взяла на подарок. Так, производство крема, изготовитель, ну это Россия. Кстати, вот эти, посмотрю тоже, по-моему, Россия. Сейчас много чего в России. Единственное, средства для глаз, я говорю, очень хорошие вот эти карандаши разные делают в Германии. Вот такой крем. И к этому кремушку, по-моему, что-то еще я заказывала. Нет, он один. Вот один такой крем. А, значит, этот крем стоит 2 рубля 11 копеек. Деньги белорусские. Потому что многие потом пишут, как такие цены. Думают, что российские рубли, но на самом деле все белорусское. Дальше, крем для рук с ароматом банана 75 миллилитров за 2,11 тоже. Вот, вот этот крем. Да, крем для рук. Так, сделан он в Польше. Потому что, видите, наклеечка на русском, польский. Кстати, с бананчиком. И заказала к этому крему, тоже как наборчик пойдет, маску для лица с ароматом банана Тонус 75 миллилитров, 2 рубля 41 копейка. А маска сделана уже в России. Вот, маска для лица. Так. Маска дарит такое же ощущение мягкости, гладкости, дополняет кожу влагой. Ну, тоже, в принципе, хорошо. Вот такой получится мне подарочек тоже кому-то. Останется только купить красивые подарочные пакетики. Далее. У нас все меньше и меньше все остается в коробочке. А, мультифункциональный крем. А, кстати, вот да, крем «Лавандовые сны». 400 мл за 4,56. Потому что я помню, что что-то я к нему к лаванде заказывала. Для крема для рук. Вот такой банка. Большущая банка. Он идет... Классный крем для лица, рук и тела. Для всех типов кожи. Очень удобно, правда? То есть, вот это для рук можно где-то на работу, сумочку. А вот дома можно вот этим всем добром пользоваться. Изготовлен тоже, кстати, в Польше. Так. Я думаю, что он будет запах. Нет, открыт. Ну, приятно так пахнет. Знаете, именно вот запах такой лаванды. Цвет такой, знаете, вот травяной запах. А, кстати, классно. Классно пахнет. 4,56, напоминаю. Ну, это недорого за такую банищу. То есть, вот такой классный набор тоже получится мне подарочный. Далее. Так. У нас идет охлаждающая маска для лица. Тонизирующая гармония Planet Spa серии за 2,72. Это вот, вот такая масочка. 50 миллилитров. Сделана тоже в России. С экстрактом семян гималайской моринги. Какая-то такая. У меня такой не было, кстати. Вот. Ну, я думаю, что очень классное средство. Даже вот на лето, да. А можно после баньки нанести. После ванны такую масочку. Красивая, кстати, упаковка у этих масок. Дальше у нас идет очищающий мусс для душа, тонизирующая гармония серии Planet Spa 333. По-моему, это вот этот вот. Да. Вот этот мусс для душа. Тоже с семенами гималайской моринги. Так. Сделан в России. И что он? Ничего не написано. Ну, я думала, кстати, такая, знаете, банка для лица, ну, для душа, так-то для душа. Так, тоже мне на подарок пойдет. И вот с этой серии я тоже заказала увлажняющий крем-гель для лица серии Planet Spa. 3,94 стоит он. А предыдущий гель стоил 3,33. Вот такая баночка. Так, сделана у нас где-то в России. В России сделана. Понюхай. Я люблю нюхать, как пахнет. Ну, по-моему, там фольгой, да. Так не пахнет, но видите, хорошо запечатано фольгой. Вот такая. Ну, тоже красивая баночка на подарок. Думаю, неплохой получится наборчик.
средств. Да? Прикольно так подарить. Красиво очень. Красивые упаковки. Так, продолжаем с вами распаковочку. Тушь для ресниц взяла для себя. Черную. Объем и длина. На акции. Короче, там было, по-моему, за две туши какая-то скидка. В общем, одна тушь стоит 5,59. За две туши 11 рублей 18 копеек. Это новинка. У меня ее не было. Такой туши. Посмотрим. Сделано в Польше. Так. Сейчас покажу вам. Нравится, что, знаете, тушь коробочки. Раньше обычно просто в такой плетке. Вот такая пузатая, кстати. Красивая, да? Красивая такая, сливового, фиолетовая упаковочка, тюбик. Итак, смотрим, какая у нас кисточка в этой туши. Оп, шикарная, пушистая, объемная. Я люблю такие кисти. Ну, пахнет как обычно тушью, но я люблю такие кисти, потому что они реально дают объем для ресниц. Классная тушь. И цена вообще смешная. 5 рублей. Очень дешево. Так, далее. Парфюмированный спрей для тела. Ежевика и мускус. Серии Encanto. 100 мл. 5 рублей 18 копеек. Вот этот спрей. И брала его в наборе. Покажу следующее средство. Парфюмированный спрей. Ежевика и мускус. 100 мл. Очень красивый флакон, кстати. Да? Он пластиковый, не стекло. Так, изготовлена тоже Россия. Давайте понюхаем, как он пахнет. Сладенький. Сладенький запах. Какая-то парфюмка у меня такая была, Эйвон. Ну, знаете, очень прикольно, вот, например, на отдыхе, да, чтобы сильно так вот не духмариться. Свежий такой запах сладенький, классно. После бассейна, да, тоже очень хорошо на тело нанести. Ну, в общем, такой флакончик. Так, и последнее средство, которое шло именно в каталоге с набором по акции. К этому спрей гель для душа кокосовое молоко и малина. Senses Man Milk 250 мл. Стоит всего 3,43. Вот такое кокосовое молоко малина. Крем-гель идет для душа. 250 мл. Изготовлен тоже в России. Кстати, смотрю, вот на продукции Avon появился такой значок, то, что косметика фирмы Avon не тестируется на животных. Ну, что очень приятно. Так, понюхаю. Ну, такой, знаете, сливочный фруктовый запах. В общем, это будет вот в таком наборе дариться. Тоже очень красиво, да. Ну что, вот такая моя... Все, пусто, ничего нету в коробке. Вот такая распаковка получилась. Что-то оставлю себе. Естественно, лайнер для глаз, а тушь для ресниц. Ну, остальное все пойдет на подарки. Ну, может быть, если получится, что-то задержится у меня, останется у меня. А тогда я поделюсь с вами мнениями о косметике. Ну, маски вот эти, кстати, маски. Вот эта серия очень классная. Planet Spa. Все маски, они все разного действия. И все очень хорошие. То есть, если это увидите... Обязательно их покупайте, они того стоят. Ну и если кто-то из вас интересуется косметикой Avon, или кому-то интересно попробовать эту косметику, либо заняться распространением и продажей данной косметики, пишите мне личные сообщения. С радостью вас зарегистрирую в компании Avon, и вы можете покупать продукцию для себя, для своих знакомых, для своих родственников, друзей. Вот, поэтому пишите, если какая-то информация вас интересует по Avon. Я с радостью вам отвечу, даже сниму отдельное видео, если будет много вопросов. Смотрите мой канал, подписывайтесь. Всем пока-пока. Не забудьте поставить лайк.